Привет, мои дорогие, я Александра Соколова. Рассказываю о жизни в Турции с 2009 года, предлагаю недвижимость в Мерсине. Сейчас нахожусь в шоуруме Чешмели, квартира 1+1, район открытый для вида на жительство. При покупке этой квартиры можно получить вид на жительство. Застройщик закончил каркас, ведется внутренняя отделка. Квартиру можно купить в рассрочку и есть 5% скидка при полной оплате. После публикации видео на первые 10 квартир есть подарок, 2 велосипеда и тройка вытяжка, духовка, плита. Все, чтобы вы могли уже жить и наслаждаться жизнью. Так как это шоурум обычно застройщики любят приукрашать, я вам покажу, что входит в базовую комплектацию, а что можно приобрести дополнительно. Поэтому ставьте лайк и смотрим. Вот такая красивая прихожая. Вот такие замечательные двери, панели с вот такой красотой. Это базовая комплектация. Высокие потолки. Пол ламинат, кухня, гостиная, единая зона и обеденный остров, отделяющий пространство, входит в базовую комплектацию. Конечно, квартира продается без мебели и аксессуаров, но кухня – это наш стандарт. Каменная столешница, функционально все шкафчики с доводчиками. Панели, которые вы видите сейчас, очень красивы, но в базовую комплектацию не входят. Вот это у нас красота от дизайнера. Я думаю, что вам тоже понравилось. Классно все продумано. Если вы хотите также, то можно. По телефону WhatsApp мы вам расскажем, сколько это будет стоить дополнительно. Большая терраса. Полноценное можно разместить стол, стулья, кадушки с цветами, место под газовый котел, чешмели в перспективе газификации. Гарантированный вид на горы, море и цитрусовые сады. Шоурумы всегда хорошо пахнут. И отличная атмосфера, музыка. Также мне здесь понравился санузел. Отличная плиточка. Место под стиральную машину здесь. И выводы под полотенцесушитель. Вот такой вот у нас здесь душ. Другая плиточка, зонированное пространство. И подвесной унитаз с функцией биде. Хорошие двери, хорошая фурнитура, все очень качественное. Большая площадь, комфортная на самом деле квартира. И вот предел какой мечтан, спальня. Это декор, здесь будет закатка стен, серый цвет, пол ламинат, выводы под батареи, как я сказала. Мы в ожидании газа в Чешмели. Также имеется выход на балкон. У спальни. Надеюсь, квартира вас порадовала. Порадуете и вы алгоритмы YouTube своей активностью. Все технические характеристики внизу в инфобоксе под видео. Люблю и жду в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.